У нас в гостях сегодня Бивер, мальчика зовут Дэнни. Хотела бы немножечко рассказать о проблематике шерсти собаки. Она немного тусклая, немножечко жидкая, и хотелось бы добавить в нее плотности. Сегодня мы будем использовать разную косметику, об этом я поговорю позже, но начнем с гигиенических процедур – стрижка когтей. Когти мы будем стричь вот этим когтерезом. На первый взгляд он выглядит немножко мимимишно, но на деле он хорошо себя показал. Его лезвие под углом 25 градусов. Это очень удобно. Происходит правильный срез. Очень высококачественная японская сталь, которая позволяет не раздавливать коготь, а очень четко и ровно срезать. Сейчас Дэнни мы будем чистить зубки вот такими салфеточками. Салфетки специально разработаны японскими ветеринарами, не травмируют десна, имеют вкус пломбира, что очень нравится собакам, а также безопасны для животных любого типа. Также эти салфетки легко использовать, они специально разработаны для предотвращения камня и легко удаляют зубной налет. Следующий этап – это расчесывание шерсти. Наша задача – хорошо прочесать шерсть перед тем, как идти мыться. В этом мне поможет спрей. Его задача – это увлажнить шерсть, снять статику, а также он помогает распутывать кутюны. Пробрызгиваем всю собаку. Делаем акцент на проблемных местах. Это подмышки, лапки, хвостик. Имеет шикарный аромат. Я пробрызгала практически всю собаку. Она, ну, мокрая, правда. А расход у спрея минимальный. Все благодаря хорошему японскому распылителю. Шерсть достаточно пропиталась спреем, можно прочесывать. Я буду использовать пуходерку Japan Premium Pet. Я сейчас расскажу о ее преимуществах. Мы достанем ее. Во-первых, в упаковочке идет дополнительный маленький гребешочек, который помогает прочесывать мордочку, а также вот такой уголочек, который помогает прочесывать колтуны, подбираясь к ним очень близко. Я попозже продемонстрирую. Что касается пуходерки, мягкий корд, зубчики под правильным углом расположены, и они не травмируют кожу собаки. Также этот корд антистатический, и еще имеется покрытие антибактериальное на самой ручке, ну, на самой, в принципе, пуходерке. Вот, будем сейчас ее использовать. Значит, вот этим уголочком мы можем подцеплять какие-то очень плотные колтуны и помогать своим ручкам распутывать их вот таким образом. Это очень удобно. Итак, мы закончили прочес, мы полностью прочесали собаку от колтунов с помощью спрея и этой чудесной пуходерки. Следующий этап – это будет мытье. Мы будем использовать Joypad. Этот шампунь бессульфатный, гипоаллергенный, мылится за счет аминокислот и кокосового масла. Шампунь надолго устраняет запах псины, увлажняет шерсть, препятствует развитию дерматита, оздоравливает и укрепляет иммунитет кожи, препятствует образованию колтунов,
Joypad – самостоятельный шампунь. Сам по себе он выполняет абсолютно все функции от А до Я. Но владелица Дэнни попросила добавить яркости собачке. Поэтому я буду использовать дополнительно профессиональную серию Mixit. Это шампунь из линейки восстановления цвета. И завершающим этапом мы будем использовать кондиционер Volume Down. Это грязевой кондиционер для неспадающей шерсти. Как раз для того, чтобы шерсть падала вниз, красиво струилась. Концентрация полезных веществ зависит от степени разведения этого шампуня. Дэнни собака небольшая. Это бивер, поэтому я буду брать немного шампуня и немножечко воды. И превращаем шампунь в пену. Данную процедуру нужно повторить два раза. Этот шампунь сам по себе самодостаточный. Он полностью смылся, шерсть чистая, она скрипит. По сути, мы можем использовать кондиционер, и на этого будет достаточно. Но мы хотим достичь более качественного и более крутого эффекта усиления цвета. Поэтому мы сейчас будем использовать профессиональную серию. Это профессиональная серия, ее разбавлять не нужно. Мы сейчас нанесем концентрат на собаку и вспеним. Состав работает, пока держится пена. Хочу обратить внимание, замечательный аромат. Сейчас мы будем наносить грязевой кондиционер, тоже из профессиональной серии. Его задача будет разгладить, увлажнить и напитать волос неспадающей шерсти. Учитывая специфику шерсти данной породы, мы будем разбавлять 1 к 10. Кондиционер мы нанесли, ожидаем 5-8 минут.